приобретение легковых автомобилей департаментом городского хозяйства, которое расположено на платформе «Прозора». Наш департамент является исполнителем работ по капитальному ремонту жилых зданий. Согласно правил и постановлений Кабмина, в нашем департаменте есть служба заказчика, которая содержится за счет отчислений от сумм, затрачиваемых на капитальный ремонт. Это, опять же, предусмотрено правилами. Сумма эта входит в стоимость и учитывается при составлении смет. Поэтому для содержания службы заказчика специально есть спецсчет. Служба заказчика не содержится за счет бюджетных средств, которые непосредственно поступают для содержания всего штатного состава нашего департамента. Суммы со спецсчета имеют право тратиться на содержание службы заказчика, на выплату заработной платы, выплату премий, на материально-техническое снабжение этой службы, в том числе и на приобретение оргтехники, на приобретение мебели, в том числе и на приобретение автомобиля. Поэтому по согласованию с госказначейством, получив все согласования от служб, которые имеют право контролировать наши расходы, мы получили положительный ответ и, соответственно, разместили такое сообщение. Эти вышеуказанные автомобили предназначены для того, чтобы сотрудники нашего технического надзора могли мобильно вовремя прибыть на объекты, которые мы в настоящий момент производим ремонт. Хотелось бы отметить, что количество таких объектов в прошлом году было свыше 1500. Можете представить, что в миллионном городе эти объекты расположены абсолютно в разных точках города. Соответственно, наши инженеры технического надзора, у нас их, которые непосредственно влияют на проверки, на подписание, на проверку объемов, в количестве 4 человек, они имеют у нас доступ к вышеуказанным объектам и, соответственно, ведут технический надзор за производством работы, а также осуществляют приемку объектов. Поэтому для того, чтобы повысить мобильность наших инженеров, мы и закупаем вышеуказанную технику. К сожалению, в настоящий момент наши инженеры пользуются или личным транспортом, или вынуждены транспорт брать или заказывать у заказчика и, соответственно, пользоваться их услугами, что немножко неправильно, я так считаю.